Real McCoy Media представляет. Знаете, как бывает? Смотришь на бассейн, но подойти не решаешься. Ждешь, потому что не хочется в воду. Мама говорила, что нужна смелость, чтобы не лишать себя удовольствия. Можно всю жизнь мочить ножки на берегу, а можно просто нырнуть. Фильм Филиппа Марлата. С ней все всегда было приключением, и ее голос до сих пор звучит для нас. Это мой брат. Родители обещали, что на 15-ю годовщину своей свадьбы свозят нас на остров, где они поженились. Мы знали, что на острове круто, но мы даже представить не могли, что обретем там совершенно особенного друга. Его зовут Эхо. Он дельфин. Авторы сценария Трэвис Маккой и Джордан Падриера. Продюсер Дерек Ли Никсон. Мама бы тебя растормошила. Режиссер Филипп Марлат. Не хочешь поплавать? Эй, на глубину не пойдем. Да какая разница? Люк, ну хватит. Опять все лето грустить будешь. Ну не бойся ты. Я не боюсь. Не понимаю, чего ты привязалась? Да, плавать классно, но... Без тебя уже нет. Эй, Скайла, пошли на тренировку. Идем, бро. Я побежала, бро. Ты много пропустишь. Привет, Скай. Почему твой брат больше не плавает? Да, Скайла, почему? Он заболел, что ли? Он вообще вернется в команду? Да, когда будет готов. Хантер. Привет, Клин. Привет, привет. Привет, привет. 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 Как жизнь? Привет. Эй, как дела? Давайте на старт, живей. Тренер, привет. Как дела? Рад тебя видеть. У нас потихоньку. Я вас не забываю. Спасибо тебе. Да. Я решил все же увести Люка и Скайлора на каникулы. Дашь ей какое-нибудь задание на это время? Нужны тренировки. Дважды в день. Дважды в день. Да, сложновато нам будет. Папа! Привет, малыш. А пицца на этом острове будет? Нет, мы будем сами добывать еду. Будешь охотиться? Нет. Так, давай в бассейн. Эй. Эй. Давай как водомерка, а не как бомбочка. Я бомбочка. Да, бомбочка. Остров в океане. Вы ведь там поженились? Да. Пап, смотри! Эй, нет. А, нет. Папам не бегать.
Ох, капитан, тяжеленький. Есть, Илов. Слушай, ты лучше помолчи, а то сглазит. Лады, пойду наживку проверю. О, нет. Капитан. Что? У нас проблема. Наживки нет. Что за дела, Мо? Ты чем занимался, когда утром лодку готовил, а? Ну, капитан, ну, проспал я, понимаешь? Проспал. Да чего ты? Метнемся сейчас назад в док. Купим наживку. Делов-то. Оу. Капитан, что там? Да так, кое-что сделал. Увидишь. Что? Зачем нам посредники? Ты взорвать нас решил? О, боже, я схожу с ума. Она ж сейчас до небес рванет. Здесь здорово! Это точно. Так, дети, я поищу прокатную компанию, ладно? А вы тут пока осмотритесь. Да. Не убегать, чтобы я вас видел. Идет? Ладно? Да. Ну все, я скоро. Мы поняли. 5 минут идет? Да! Так, погнали в магазин. Осторожнее, малыш. Ну не бойся ты. Иди сюда. Привет, детка. Ты сегодня одна? О, нет. Мы тут ждем папу. С моим братом. О. А он что, заблудился? Ой, да? Я должна идти. Хороший мальчик. Иди сюда, поближе. Боже мой! Это дельфин. Какой милый! Сюда! Откуда он взялся? Не знаю, наверное, приплыл. Кажется, он хочет поиграть. Я не уверен. Эй, это же не собака. Давай его дрессировать. Смотри,
Я забираю эту штуку и бросаю. Готов? А теперь принеси. Давай. Вперед! Собаки обожают эту игру. Ну же, попробуй. Ого! Что? Он понял! Он принес! Сюда, сюда! Вот это круто! А может, заберем его домой? Будет жить в бассейне. Может, даже в ванну влезет. Я хочу его забрать. Давай, давай мне! Давай! Ты поедешь с нами! Он такой крутой! Ты поедешь с нами! Поедешь с нами! Давай покажем папе! Да! Покажем его папе! Поедешь с нами? Наше счастливое место. Ух ты! Эй, там внизу! Давай переедем сюда! Тут здорово, да? Супер! Выбирайте спальни. Я выбрал. Газуй! Нет, рано. Мы еще не вышли в открытую воду. Первым делом, когда садишься в лодку, нужно надеть спасательный жилет. Здесь очень скользкая палуба. С нее в два счета можно упасть в море. Как бы хорошо ты ни плавала, море не бассейн. Есть! Что делаем дальше? Люк! Люк! А, газ! Это неплохо. Но сначала проверяем, не затекла ли в лодку вода. Она же плывет вроде. Она-то плывет, детка. Но на корме есть затычка. Надо убедиться, что она на месте. Потом топливо. В конце проверяем ракетницу и весла. Есть! Может, газануть? Рано, детка. Мы еще не в море. Все, мы в открытом море. Всем крепко держаться. Садитесь. Да, сэр. Да, я сижу. Давай, Скай, теперь командуй. Газуй! Ого! Какой он шустрый! Отойди! Ты загораживаешь шторм! Я работал. Я львов изучал. Львов? Львов. У тебя не полно львов. Ты кого типа уложишь? Слушай, так. Могу поспорить, что парень профессиональный борец, так что остынь. Да, помимо все пойдем. Эй, брат, как дела? Отлично. Ты из ПКЗО? Прошу прощения. Ну, мы из ПКЗО. Подводная команда защитников океана. Да. Мы раздаем фляжки, чтобы на пляже не скапливался мусор. Металл гораздо лучше пластика. А эти стаканы валяются по всему пляжу, даже под водой и... Я все понял, спасибо вам. Супер. Главное, чтобы пляж был чистым. Точно. Раньше за пляжем никто не ухаживал. Вы уже здесь бывали? Да, 100 лет назад, в медовый месяц. Передадите жене фляжку? Я здесь с детьми на этот раз. Ну, эй, зря вы в этой гостинице сидите. В смысле, тут круто, но... Да. Попробуйте выбраться на настоящий Таино. С радостью. В гостинице ни за что не увидишь настоящую жизнь. Только 10-долларовый лимонад. 10 долларов. Знаете что? Это обдираловка. Да. Это правда. Привет, ребята. Вечером в Аутриггере. О, да. В Аутриггер классная мысль. Увидимся там. В Аутриггере все гораздо дешевле и гораздо вкуснее. Лучшая шипучка на всем острове. Шипучка? Это что? Лимонад. Мы здесь так называем лимонад. Таиновский лимонад. А детям можно? Конечно. Время Таино. А во сколько? А, Таино 30. Время Таино, брат. Время Таино, брат. Спасибо вам. Рады были познакомиться. До встречи, пока. Не пользуйтесь пластиком. Приходите. Здорово. Ну что, дальше пошли? Давай, пас.
сердце. Пойдем вон к тем тебя. Так. Дай сюда. Нет. Как думаешь, он сейчас здесь? Да, я это чувствую. Заклинатель дельфинов. Давай, это просто. Бежим, Люк. Слушай, ты уже должен все знать. Мы же все выходные к этому готовились. $10 лимонад. Эй, вы пришли. Как дела, ребята? Рад тебя видеть. Молодцы, что пришли. Как у вас дела? Все хорошо? Да. Садитесь. Вот так. Как тебя зовут, парень? Люк. Люк? Я Скайлер. Для классных ребят Скай. Ух ты. А я классный? Посмотрим. Ну, ладно. Вам надо поесть моллюсков, раз уж вы на Таино. О, их да. Их готовят во фритюре, в салат кладут, да во все. Даже в тако? У нас есть все. Ну, нет. Кроме тако. Их пока не придумали, хоть и стоило бы. Я приехал сюда писать диплом. Так вот, я ем лапшу с моллюсками по 3 раза в день. Страшная гадость. Не верь ей, это потрясно. Не слушай ее. Так вы что, все учитесь здесь? Да, изучаем морскую биологию. А что это? Наука о морских животных. Класс! А чем кормят дельфинов? Ничем. Мы смотрим, как дельфины гоняются за морской рыбешкой. Кормить дельфинов нельзя. Ни в коем случае. Они привыкнут к тому, что люди дают им пищу. А они должны жить все вместе и охотиться стаей. Вы слышали? Они опасны. Нет, это самые мирные жители моря. Милые, добрые существа, нет. Люди намного хуже. Да, насколько это по-человечески возможно. А если дельфин приплыл один? Они редко отделяются от стаи и... Да, это редко бывает. А что случилось? Почему вы спрашиваете? Скажем так, мы можем знать того, кто... Повстречался с дельфином. С одиноким. Ребята, вы видели дельфина? На пляже Таино? А, это плохо. Мы подружились. Наверное, отбился от стаи. Вы точно его с морской коровой не перепутали? Если он опять приплывет, позовете нас, ему нужна помощь. Вообще-то, вы можете сплавать с нами завтра. Он точно появится? Но у нас занятия. А у меня нет занятий. Я с вами. Круто. Привет, вот ваш заказ. Привет, солнышко. Вот, попробуй. Я не совсем понял, что это, но попробую. О, какой смельчак. Ну и как? Вкусно? Неплохо, мне нравится. Остров Таино, брат. Он приветствует вас. Классная у тебя прическа. О, спасибо. Мама научила меня плести эту косичку. Она мне всегда косы заплетала. Извините, ребята. Все в порядке? Привет, водомерка. Пожалуйста, иди в кафе. Что с тобой? Хочу, чтобы вернулась мама. Мне тоже грустно. Но она здесь с нами. Я вижу ее, когда смотрю на тебя. Но
Мама не плела мне рыбий хвост. Знаешь что? Давай я научусь плести рыбий хвост. Я заплету тебе лучший в мире рыбий хвост. Это будет катастрофа. Зато самая лучшая в мире катастрофа. Пап, ты такой лопух. И горжусь этим. Да ладно, классно получится. Ну что, может, вернемся к ребятам? Да. Пошли, пошли. Дом! Эй! Дом! Где этот тип? Чего тебе, Нас? Надо поговорить, парень. Ты оборзил? Не трогал я твои сети. Правда? Сети порезали. И я знаю, что это ты. Тебе что, сети порезали? Нет. Хватит врать! Эй, парни, идите на улицу. Слушай меня, ты. Попытаешься урвать мои деньги, еду у моих детишек, будешь иметь дело со мной. Извините, мы уже здесь, Кэп. Не надо так. Пойдем домой. Пошли, Мо. Никто не резал твои сети. Слышал? Валите отсюда. Я тебя в море дождусь. Пойдем. Успокойся, пойдем. Я вижу все, что здесь происходит. Тише, тише, здоровяк. Посторонись. Ребята еще здесь. Вот и мы. Это местные. Как дела? Твоя мама тоже часто сюда приходила. Обожала плавать там. И тебя в 3 года научила плавать. Вы с ней просто не вылезали из воды тем летом. Весь день. А перед сном я смотрел, не выросли ли жабры. Ты был как рыба. Она бы смогла уговорить тебя снова плавать. Она все умела. Она сейчас с нами, сынок. Она всегда с нами. Она сейчас здесь. Она здесь, малыш. Идем. Нам надо поспать. Что вы делаете? А как же дельфин? А вы завтрак приготовили? Ну, хватит. Похоже, богатей на эту сторону острова заплыл. Видишь его лодку? Вон она. Уже привык к качке, капитан? Да, мэм. И нет, выкал. Я вырос на лодке. С самого детства в море хожу. Ну и где же этот маленький отщепенец? Ну, если он вертится у доков, значит, где-то рядом. Ему, наверное, одиноко. Думаю, он где-то поблизости.
Да, наверное, увидел ваши веселые лица у доков и решил поиграть. Пап, он здесь! Он приплыл! Ничего себе! Пап, ты его видишь? Ну, да, я. О-о, высоко прыгает. Класс! Привет, парень. Ты почему тут один? Эй, раньше мы с другим буйком играли. Откуда он у тебя? Он перегрыз веревку. Похоже на сети для лобстеров. Да, тот, кто их раскинул, не обрадуется. Эй, это принадлежит рыбакам. Это не игрушка, понимаешь, дружище? Дельфины обычно перемещаются вместе, одной семьей или стаей. Что случилось с твоей семьей? Им нужно общение с сородичами. Я уверена, что он приблизился к нам из-за одиночества. А его семью можно найти? Можно попробовать. Они общаются при помощи эхолокации. Они слышат друг друга на расстоянии 200 метров. Если его стая рядом, то мы можем проводить его туда. Давайте. Не бойся, мы отыщем твою стаю. О нет! Чего им надо? Отдай! Ну уже, малыш, отдай мне! Ну уже, малыш, отдавай! Брось его, Эхо! Брось буй! Эхо! Мы уходим, все. Ну же, ну же. Давай, давай. Нам нужно отойти подальше от сети этих рыбаков. Пап, нельзя, у него буй во рту. Ну же, давай. Выплюнь, пожалуйста. Эхо, отдай буй. Отдай буй. Отдавай. Отдай буйок. Отдай буй. Отдай буй. Нежней, нежней. Ну же, отдай буй. Пап, осторожней, ты упадешь. Они не должны его увидеть. Прячь его, пап. Прячься. Вниз. Эй, Нола. Что, новых рекрутов в свою компашку набрала? Все хорошо, братан. Не познакомишь меня со своим новым другом, а? Плыви дальше, Мо. О, вот значит, как ты заговорила. Ну, ладно, ладно. О, Кэп, нет, ты это видел? Она знать нас не хочет. Да нормально все, Ново. Потом поговорим, если захочешь. Молодец, малыш. Эй, давай догонять лодку. Поможешь мне? Простой ответ. Кто отвечает? Да, так и знал. Итак, я занимаюсь тем, что калибрую этот датчик, потому что в прошлое погружение у меня кончился кислород. Как дела, народ? Начинается. Привет, девчонки. Привет. Как погружение? Очень хорошо. Нашли что интересное? Да все то же. Что-то новое? Ничего нового. А вы что делаете? Я делаю все, чтобы не взорваться, когда пойду нырять. Как найти стаю дельфинов у берегов острова? Сейчас. Итак, особенность острова в том, что он полностью окружен кораллами. И за это пираты тоже любили наш остров. Представь, гигантский коралловый риф, который окружает весь остров. Это сам остров. Скажем, это риф. Он окружает весь остров. Вот так, зигзагом, кроме двух мест. Так вот, раньше кораллы были очень высокими, и корабли, впервые шедшие к острову, об этом не знали. Корабли натыкались на риф и тонули. Поэтому здесь куча сокровищ. Здесь повсюду. А все дельфины сейчас проходят вот здесь.
Наверное, Эхо просто заблудился в рифе, потому что днем идет отлив, а ночью вода прибывает. А дельфины только днем питаются. И вот что, вероятно, случилось с нашим дельфином. Он, возможно, отделился, вода ушла, он оказался внутри рифа и не нашел выход. А сородичи его бросили. Они плохие друзья. Не делай так. А как же эхолокация? Даже если стая подойдет, они не услышат друг друга. Да, да, он как китайская стена. Два разрыва. Второй разрыв на юго-западе. Там, где рыбачат местные. И большинство из них там и живет. И еще их нужно как-то привлечь. Подманить их к рифу. Еда у них есть. С другой стороны рифа рыбы хватает. Мы их приманим, надо что-то придумать. Нужно найти что-то, что привлечет их сюда. Верно, но не рыба. Танцы с бубнами. Круто, продолжай в том же духе. Мне понравилось, отличная шутка. Эй, Коллард. Коллард, как дела, братишка? Привет. Привет. У вас что, выходной? Нет, братишка. У нас сегодня задача раздать вот это. Если увидите стаю дельфинов, просьба сообщить. О, да, они недавно проходили. А что случилось? Юный Люк подружился с дельфином возле острова. Класс! Круче в океане никого нет, да? Да, это точно. Он один отбился от стаи. Да, мы ходим и раздаем эти объявления. Может, кто-то видел дельфинов, и мы сможем вернуть малыша в стаю. Хорошая мысль. Я повешу их в магазине. Тут рядом порт, ребят. Вы сходите туда, пообщайтесь с капитанами. Как думаешь, может, на пляже Занаду или на Таино, или где-то еще? Дельфины там давно не появлялись? Я там же 100 лет не был. А. Можно попробовать? Ладно, попробуем. А можно как-то с дайверами связаться? Может, они на глубине дельфинов видели? Да, я позвоню ребятам. Без проблем. Спасибо. Что ж, рад был повидаться, брат. Спасибо, Кол. Я тоже. Спасибо. Обращайтесь. А, где? Куда они делись? Убежали. Эй! Ничего не забыли? Ха-ха. Так значит, это вы порезали мне сети? Мы их нашли. Мы их просто нашли. Нашли? Парень, да я за километр чую, когда мне лапшу вешу. Да ты сам за километр воняешь. Мы хотим помочь другу. А кто твой друг? Он дельфин. Ты любишь дельфинов, малыш? Дельфины, да они вредители. Эй, знаешь, что это такое? Что происходит? Дети, идите сюда. Решил обучить их морскому этикету. О, посмотри на него. Откуда он взялся? Не смей говорить с моими детьми. Если есть проблемы, говори со мной. А ты кто такой вообще? Капитан Америка? Пошли отсюда. Пошли, ребята, пошли отсюда. Хотел поплавать с тобой, но я не могу. Неважно. Тебе не понять. А как мы узнаем, что его приняли в стаю? Эти существа совершенно особенные. Все потому, что они общаются с чужими дельфинами, как будто те их ближайшие родичи. То есть они обязательно примут его, даже если не знают? Конечно. Состав стаи постоянно меняется из-за возраста и пола. Но одинокого дельфина стая обязательно примет, потому что чувство семьи для них одно из главных. Почему он не может жить с нами? Зачем ему жить с дельфинами?
Скай, он не выживет в одиночку. Им нужна стая, чтобы защищать друг друга. Кто-то, кто будет рядом. Просто семья. Уже поздно. Нравится быть моряками? Моряками? Мы изучаем морскую биологию. А что, близко? Ребята, вы же изучаете океанографию. Не знаете, кто бы мог нам помочь? Симмонс мог бы помочь. Да нет, он же не в себе. Симмонс, нет, он совсем псих, нет. Псих, но он бы помог. Он был нашим преподавателем. Ну да. Только никто не знал, работал ли он вообще в университете. Точно. Он проникал в аудиторию и сидел там, пока его кто-нибудь не выгонял. И так было долго. Он был старым и странным. Он всю жизнь пытался найти способ общаться с дельфинами. Я сейчас покажу. Вот, смотрите. Да! Это Симмонс. Помните? Он играет на пианино под водой? Точно, да. Пианино весило 500 тонн. Представьте, как мы его на лодку грузили. Это одна из его первых идей. И первая неудача. Он пытался играть музыку под водой. У него была теория, что дельфины реагируют на музыку так же, как и мы. Что им нравится ритм и тональность, но только нужна гигантская музыкальная шкатулка, чтобы как-то это проверить. Ага, и под водой там ничего работать не будет. Ерунда. Его теорию никто не развенчал. Но как сыграть музыку под водой, да еще и так, чтобы дельфины ее услышали? Но хоть что-то сработало? Вистлер. Вистлер работал. Но Симмонса за него уволили. Я знала, что ты это скажешь. Что такое Вистлер? Это такой прибор, который воспроизводит языковые схемы, замеченные им у китов. И Симмонсу удалось проецировать его работу на большие расстояния. Покажете? Ну, его можно попробовать достать, но он под водой. Да, перед своим отъездом с острова он затопил свой катер. И с ним все свои проекты. В последнее время он делал музыкальные инструменты из обломков лодок, разбросанных по острову. Но ходят слухи, что катер Симмонса затопили рыбаки. Он своими опытами мешал им ловить рыбу. И где же его катер? В полукилометре от его дома. Далеко в море и на приличной глубине. Ребята, эти координаты точно ими не назовешь. Да, нужно время, чтобы найти катер, а у нас всего... Да. Час полным баллоном. Это сложно. Если бы у нас были еще люди... К тому же, где гарантия, что коррозия не уничтожила все эти его чудесные инструменты? А ведь еще нужно собрать их и понять, работают ли они. Давайте попробуем. Ведь известно, что попытка не пытка. Да? Ну да, наверное. Только все равно это впустую. Он, наверное, развалился давно. Ребят, вы не знали Симмонса, он был психом. Сложно сказать, что из этой затеи может выйти. Я дайвер. У тебя сертификат есть? О, да. Отпуск, Каба. Кто там не был? Моя жена говорила, можно всю жизнь мочить ножки на берегу, а можно нырнуть. Предлагаю нырнуть. Я в деле. И я. Убедил, я тоже. Ладно. Ныряем! Да. Завтра в 6 утра. Ну ты даешь. Ладно. Нормально? Туговато. Ну, спортом надо заниматься. Я занимаюсь, в принципе. Первое правило – дышать ровно. Я за ним прослежу. Ладно, записать это можно? Это здесь, ребята. Милая, если вдруг увидите рыбаков, дай сигнал. Я услышу его и поднимусь.
Мой герой. Так, не забудь, нужно сделать большой шаг задом наперед, то есть спиной. Клинт, Опять тащит буй. Эхо, хватит их отрывать. Они не твои. Прекрати. Эти злыдни тебя за это убить могут. Он услышал музыку под водой. Босс! Босс! Смотри, что творят. Да, у тебя проблема, похоже. Босс, мне нужны деньги на бензин. Хочу сплавать, проверить сети. Нет. Деньги будут после того, как привезешь лобстер. Босс, ну иначе никак. У меня же семья. Заплати аванс, прости, чтобы хоть бензин купить. Прости, приятель, я подачек не даю. По-другому никак. Вези лобстеров, ясно? На тебя уже 9 человек за подачкой приходили. Детка моя, ты прекрасна, как эта земля. Малыш, это ты? Как же мне тебя не хватало. С каждым днем ты все красивее. А ты? Моя девочка. Единственный рыбак, который меня целовал. Что скажешь, детка? Все хорошо? Тебе уже лучше? Намного, милый. А ты как? Сейчас лучше всех. Хорошо. Эй, Мо, ты присматриваешь за моим парнем? Ну, как видишь, мы целые пока. О большем я не прошу. Ну вот. Эй. О чем думаешь? Я сегодня была на рынке. Слышала, о чем парни болтают. Да? О чем же? Говорят, вам кто-то сети режет. Ха. Да ладно. Да, а ты не слышал? Эй, Мо! Слышал, чтобы кому-нибудь сети резали? Не, я не слышал. Нет, сэр. Ты знаешь, у других рыбаков сейчас дела плохо идут. А еще я слышала, что у Ростка нет денег даже, чтобы купить новые сети. Ну вот опять ты всех жалеешь, малыш. Все хорошо, слышишь? Мы с Маликом привезли огромный улов.
Видишь, мы с Мо готовим сеть и скоро выходим. Все будет прекрасно, детка. М? Верь мне, малыш, эти руки не подведут, да? Ладно, но ты же знаешь, если нужно, я могу поработать в бунт. Нам нужно только одно, чтобы ты не болела, детка. Тебе нужно больше отдыхать, быть здоровой и счастливой и родить мне здоровенького малыша, будущего короля Таина. Не-а, он только принц. Его папа настоящий король. Ты это знаешь. Слушай, поезжай домой, отдохни, расслабься, прими ванну. Я буду поздно. У нас с Мо сегодня много работы. Хорошо, ладно. Воды? Упрашивать меня не надо. Пока, Мо. Пока. Эй, а можно мы с Кэпом сходим выпить? По одной, всего по одной. По шесть. Братан, не ври, больше шести. Я его привезу. Кэп. Кэп. Наз. Кэп. Послушай, ну поговори со мной. Это же я. Если нужно что-то сделать, сам знаешь, я помогу. Тебе и будущему королю. Да, Мо. Придется поставить больше сетей. Не вопрос. Поставим. В смысле, прямо сейчас? Как красиво. Даже не верится, что он сработал. Так эхо, правда услышал? О, да. Подплыл прямо ко мне. Так близко, что я увидел, как он танцует. То есть, их стая может издалека услышать это? Ну, этот маленький. И эхо был метрах в 30 от нас. Знаешь что, Симонсу кое-что удалось. То есть он не псих? Только если в хорошем смысле. Так, пора спать. Ложись. Вот так вот. Пап, я много чего прочитала про дельфинов. Правда? У них есть свой язык. Чтобы общаться друг с другом, они щелкают. Я этого не знал. Я так хочу, чтобы Вистлер сработал. Я тоже, детка. Я тоже. Мы обязательно придумаем, как вернуть эхо в дельфинью стаю. Слышишь? Нужно только поверить в себя. Я верю в тебя. Спасибо, пап. Не за что. Привет. Как у тебя получается плавать во сне? Ты же постоянно в воде. Нова говорит, ты научился плавать еще до рождения. Меня мама тоже учила, когда я был маленький. Она меня научила. Но после ее смерти я все время боюсь, что могу утонуть. Я утону. Что? Что? Хватит. Эй, ты чего? Я знаю, что ты хочешь играть, но я не могу. Не могу. Можешь хоть на минутку быть серьезным? Эх, хватит дурачиться.
Серьезно. О, эх, какой ты смешной. Спасибо. Большое. Ну, когда еще поплаваешь с дельфином? Сейчас или никогда? Не подведи меня. Я серьезно. Ой-ой, зря я это затеял. Это было глупо. Поплыли. Надо папе сказать. Я плавал! Зашел в воду. Я же плавал с мамой. Было круто. Я хочу вернуться в свою команду. Да. Вот это я понимаю. Иди сюда. Я горжусь тобой, сын. О, смотрите, эхо. Похоже, ты не один плавал, да? Это даже плаванием не назовешь. Эхо вокруг тебя круги нарезал, да?
Эй, Кэп, а мальчишка-то, похоже, подружился с дельфином. Слушай, а ведь наши сети-то не порезали? Их как будто жевали. Похоже, придется присмотреть за мальчишкой и его носатым дружком. Я присмотрю за ним. Да уж постарайся. Я никому не позволю отнимать у нас еду. Конечно, Кэп. Все понял. Положись на меня. Смотрите. Привяжем трубки к лодке и бросим их за борт. И они не упадут. Короче, они будут болтаться снаружи. Мы их хорошенько привяжем. Да, к штуковинам. Да, к планкам. Но все планки... Потому что трубок нам нужно много. Они будут биться друг об друга. Да, типа бонг-бонг. В общем, трубки должны свисать с борта лодки. Под водой слышно, как металл бьется друг об друга. Да, и дельфины тоже его услышат. Эхолокация. И Нова сказала, что они слышат за 200 метров. А океан все время движется. Пусть лодка стоит у разрыва в рифе. Трубки будут сталкиваться и звенеть. И дельфины их услышат. Как колокольчики. Точно. Они сделают то, чего не сделал Вислер. Да, но Вислер щелкал в музыкальном ритме. Типа бам-ба-бам-бам-ба-бам-бам-бам. Что может быть лучше для дельфина, чем ритм океана? Так, ребята, погодите. Вы же это не всерьез, верно? Что? Вы же сами нас всему этому учили. Я думаю, что ребятишки правы, народ. Попробуем установить инструмент в стороне от Таина, к востоку, от разрыва в кораллах, подальше от шума. Да, может сработать. Как наживка без крючка. Точно. Если стоя рядом, они услышат. Эхо, нужна помощь. А у нас осталось 2 дня. Ладно. Что будем делать? Я знаю, где раздобыть металл. А я знаю, парня с лодкой. Тогда за дело. Thank you.
как дела? Трубки сработали. Да ладно. Вы их подвесили? Да. Слушай, даже не верится. Да, подберешь нас? Да, конечно, уже выхожу. Управлять не разучился? Вот еще. Кому-то придется переночевать на лодке. Неизвестно, надолго ли все это. Стоп, если вы там зависнете, кто у меня убираться будет? Нова говорит, забери меня. Крин говорит, и меня. Скайлор говорит, хочу есть. Эй, дедуля, сам! Не трогай мои сети. Совсем обалдел. Ты на кого намекаешь? Я на тебя намекаю. Мне опять порезали сеть. Я знаю, что это ты, Сэм. Что ты на это скажешь? А? Даже не вздумай. Тихо, тихо, тихо. Чего распетушились, а? Чем драться, лучше на это взгляните. Что? Наши сети перегрызают. Наверное, это дельфин. Так что не ругайтесь. Дельфин? Хочешь сказать, мне вредит животное? Братан, не только тебе. Что скажешь, Кэп? Слушайте, он вьется здесь. И будет виться, пока мы что-нибудь не сделаем. Тогда давайте его прибьем. Встречаемся завтра, утром. Готовь сети, брат. Понял. Как пойдет? Тесновато. Так и должно быть. Ладно. Тебе точно не впервые, а? Я справлюсь, парень. Ты еще не родился, а я уже нырял. Рассказывай. Спасибо за помощь. Присмотри за детьми. Да, я все равно здесь весь день. Мы же на 5 минут? Ну да, по карибским часам. В смысле? Ты пойдешь с новой. Это плохо? Она не вынырнет, пока кислород не кончится. О, ясно. Дети, побудете одни минут 5, 10, 20? Час. Час. Да, как он скажет. Ладно, пообещайте одно. Знаю, знаю. Мазаться каждые полчаса, не бегать, не нырять. Вы лучше не скучайте. Ну что, шеф, все готово. Ну, чудненько. Доброе утро. Оу, Нова. Эй, смотри. Я улегся, и вода сама держит меня на своих волнах. Чего? Ого. Я в воде. Кайф. Тебе этот имидж идет. Такой балбес. Да, балбес. Стоп, а это круто? Конечно. Класс. Абра, я дурачусь. Эй, Кэп, слушай, брат, а без этого точно никак? Кэп, может... Нет, Мо, нет. Хватит с нас. Этот дельфин уже слишком нам навредил. Бабочка! Да! Ты прям спец по бомбочкам. Ну, это талант. У кого-то он есть, у кого-то нет. Стая! Стая! Что? Плыви, Эхо! Стая вон там! Они внутри рифа! Смотри! Ты их видишь? Я не знаю. Они далековато, он их не слышит. Надо подойти к ним. А если... Если он хочет остаться с нами, я не отпущу его. Мы же друзья. Рано или поздно вам все равно придется расстаться. Хочешь, чтобы он жил один, без семьи? Не хочу вас расстраивать, но дельфины плавают быстро. Они очень скоро уйдут. А когда папа поднимется? 35 минут. Ладно, я устал. Не бойся, дружок, я вернусь. Пока, Колор. Послушай. Да? Далеко не уходите. Нова меня убьет, если я вас потеряю. Конечно. Идем, Скай. Хочется лимонада. Ты
Ты что задумал? Я знаю, как проводить эхо к стае. И как? Нужна лодка. Мне бы кто лимонад предложил. Вот она! Видишь? Бежим! Бежим скорее! Вроде все чисто. Ты садись, а я пока... Канат! Ты сел? Супер! Ты знаешь, что делать? А ты сам-то знаешь, что делать? Ладно. Жилеты, пробка, масло. А папа боялся, что мы про него забудем. Помчались! Надо нажать на рычаг. И газануть? Я только это помню. Газануть. Стая на рифе. Стая на рифе. Как слышите? Примите информацию, что стая на рифе. Ладно, ладно. Уже еду. Ну, погнали. Нужно переместить музыку к западному разрыву. А неплохо. Ты прямо настоящий капитан. Эй, прием! Кто-нибудь? Что, Колор? Снова на связи. Мы заканчиваем. В чем дело? Слушайте, они узнали, что эхо перегрызал веревки. Что? Нас охотится на эхо. Эхо! Плыви! Эхо! 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 Скорее! Плыви! Эхо! 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 Стоя там! Эхо! Чертовы рыбаки. Думают, что им все сойдет с рук. Что ни за что не надо платить. Думают, что океан принадлежит только им. Они опасные люди. Мы можем защитить эхо, но мы не должны ломать им жизнь. Я не буду топить их лодку, хочу проучить их. Только не так. Не надо. Нова, они его убьют. Клинт, с ними лучше не связываться. И Наза лучше в угол не загонять. А ведь они сейчас охотятся на эхо. У него есть только мы. Если мы его не спасем, он погибнет. Ладно, я с тобой. На этих лодках есть приборы для поиска. Отлично. Молодец, Мо. Давай! Эхо! Скорей! Вон они! Мы уже рядом! Плыви к стае! Она совсем рядом! Эхо! Плыви! Мы уже рядом, Эхо! Ты их догонишь! Скорей, Эхо! Мы совсем близко! Люк! Получается! Получается! Что случилось? Ну вот, бензин кончился! Эхо, плыви к стае! Вон плыви, туда! Эхо, они плыви. Рядом! Вон они! Совсем близко! Давай! Вон же они! Плыви! Плыви! Плыви к своей стае! Скорей! Плыви, Эхо! Эй! А ну прочь с дороги! Избалованная мелюзга! Что вы творите? Да,
Так, дети, плывите отсюда живо! Не мешайте нам! Это наш океан! И рыба наша! Не смейте убивать его! Мы здесь рыбачим, не ваше дело! Том, что видно? Справа! Вижу его! Это он! Готовься! Цельтесь в него! Не промахнитесь! Он справа нас! Справа по борту! Где? О, круто! Шевелитесь, шевелитесь! Давай, Мо! Тащи гарпун! Стой! Давай, пошли! Он за тобой! Нас, не надо! А, попался! Нас, ну хватит! Успокойся! А, гарпун, Мо, гарпун! Давай! Давай! Эй, глупый дельфин, давай, плыви отсюда! Он защищает детей. Нас, что ты творишь? Думаешь, он их защищает? Сейчас посмотрим, какой он преданный. Стой. Нет, Нас, брат, прекрати. Ну что ты творишь, а? Что ты творишь? Ты что, убийца? Хватит, Нас. Нас, остановись. Подумай о своем ребенке. Подумай о жене. Ну же, брат, ты же не убийца, Нас. Нет! Брат, послушай меня. Хватит. Пожалуйста, отпусти гарпун. Пожалуйста. Уходи, Эхо, скорей! Свою жизнь, уходи! Братан. Уйди к своим! Ну же, Нас, не стой. Нас. Эй, детишки! Не делай этого. Попрощайтесь с флиппером. Эй, Нас! Эй, Нас! Ребята, берегитесь! Что происходит? Эй, дом! Давай! Куда ты, Люк? Я не воюю, я мирный. Прежнему, пап! Папа, нет! Найти брата! Пожалуйста, Нас! Не вижу его! Смотри под лодкой! Где ты, брат? Пожалуйста! Не вижу его! О, братан! Где он? Ну где ты? Видите его? Как же так, брат? Где он? Садись. Садись, садись. Ты как, брат? Что случилось? Дельфин, которого ты чуть не убил, спас тебе жизнь.
Простите. Я просто... Я знаю, что ты защищал свое дело. А мы пытались увести эхо в открытую воду. Подальше от ваших сетей. Эхо? Дельфина. Его зовут Эхо. Спасибо, Эхо. Ты спас мне жизнь. Ребят! Вы забыли про стаю! Да, Скайлор нашла стаю. Она прошла мимо. Мы пытались ее нагнать. Вы нашли стаю? Мы хотели увести его от вас, чтобы он вам больше не рвал сети. Хотели вернуть его в семью. Ясно. Мы ставим сети на морского окуня прямо на дне океана. Вряд ли найти стаю дельфинов будет сложнее. Это точно. Ну что, сыграем в салки? Йо! Да, йо! Погнали! Да, мой капитан! Заводи движок! Мистер, у вас есть немного бензина? Сейчас дам, малыш. А? Гигантская рыба. Даже не знаю, что у тебя больше. Скайла? Мозги или сердце? Скай, держись. Мы идем к тебе. Понял. Тебя можно не бояться. Спасибо. Заводи дом. Нова, достаточно. Дальше не ходите, а то спугнете дельфинов. Они здесь? Да, прямо здесь. Ладно. Теперь он вернется в стаю. Семья, которая любит меня больше всех в мире. У тебя теперь тоже. Я буду скучать, Эхо. Пока, друг. Молодец. Я горжусь тобой, сын. Эй, я горжусь тобой. Горжусь, слышишь? И тобой горжусь. Давай, Нова. Иди к нам. Давай. Ребята. Не смей даже думать об этом. Ну и ладно. Я тебя люблю. Ребята,
Кажется, Эхо вернулся домой. У нас получилось. У нас получилось. Молодцы. Ну что, едем? Пока! Пока! Давайте! Удачи! Приезжайте еще! До встречи! Удачи, ребята! Спасибо за помощь! Пап! Мы в финале! Да. Нервничаешь? Так бывает. Это нормально, слышишь? Ты, главное, помни одно. Верить в себя. Боже, вы когда-нибудь дадите мне договорить до конца? Я хотел сказать, ты, главное, помни о том, кто сегодня с тобой. Покажи все, что ты умеешь. Давай. Давай! Ребята, вы молодцы. Пока что мы вторые. Этот заплыв все решит, так что давайте вместе крикнем «Ураган!» На счет три. Раз, два, три. Ураган! Иди сюда, Люк. Слушай, это твой заплыв. И мы к нему готовы. Оттолкнись, плыви под водой все 15 метров. Хорошо? Ты справишься. Сделай их. Итак, спортсмены на исходные позиции. Авторы сценария – Филипп Марлат, Трэвис Маккой, Джордан Падрейра. Продюсеры – Трэвис Маккой и Дерек Никсон. Оператор – Шон Харт. В фильме снимались Косик, Бимини, Страйп и Гумбей в роли Эхо. В ролях Аксель Маккой, Тайлер Никсон, Трэвис Маккой, Алексис Лаудер, Дэвен Гоу, Лавон Гамильтон, Майя Симмонс, Кудус Ньютон, Джордан Падрейра, а также Дерек Никсон и Тим Оглтри. Производство кинокомпании Epic Pictures. «Мой друг дельфин Эхо». Режиссер Филипп Марлат. На русский язык фильм дублирован студией «Позитив» по заказу компании Ivy Production.